зовут Дмитрий Эллер. Сегодня 21 апреля 2020 года, и это аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets. Начнем по традиции с пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас пробил ключевой уровень 1.08514. Сейчас я ожидаю откат к этому уровню с нижней границы и продолжение движения продажи до уровня 1.07985. У доллар-франка ситуация зеркальная. Сейчас коррекция к уровню 0.96896 и продолжение покупок до уровня 0.97187. Фунт пробил также достаточно значимый и сильный уровень 1.24246. Сейчас ожидаю подход с нижней стороны и продолжение продаж до уровня 1.23581. Иена подходит к уровню 107.284, откуда я ожидаю ее разворот и поход вверх. Но тут уже нужно будет по факту смотреть, пока первая цель это 107.284. Новозеландский доллар. По нему ожидаю откат. Откат к уровню 0.60095. И продолжение продаж. Уровень 0.59907 завершил цикл продаж по вот этому движению. И сейчас я ожидаю новый цикл продаж, который начнется от уровня 0.60095. Австралийский доллар, та же самая ситуация. Цикл продаж по вот этому движению закончился 0.62930. Сейчас происходит откат, уровень 0.63204 является коррекционным, и продолжение продаж будет новый цикл, который можно будет уже посчитать и потенциал, и коррекции. Золото сейчас находится в небольшом накоплении, но дальнейший поход к уровню 1708.27 сегодня очень даже вероятен. От уровня 1687. Нефть достигла очень значимого ключевого уровня 24.74. Сейчас произошел его пробой. Пока что это похоже на ложный пробой. Если цена зафиксируется под уровнем достаточно хорошо, то будем фиксировать реальный пробой и торговать дальше ее на продаже. S&P 500. S&P 500 тестирует ключевой уровень 2811.8. Для того, чтобы пойти дальше, и первая цель его продаж это 2752.1. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Amarkets, подписывайтесь на мой канал. Все ссылки в описании. Всего доброго, удачи в торговле.